Да. Фига, у тебя жестоко все там. Так. Нифига детей-то резать. Да вроде нормально. Когда у тебя нормально, у меня лагает. Ну, выкинь компьютер в окно, не будет лагать. Тихо, подожди. Куда так идти-то? Да, стой, стой. Это кто? Это я. А как стрелять? Никак. Тут убегать надо. Слушай, тут фонарик можно выключить. Два без фонариков. Лёха, иди к машине. Что ты будешь брать? Конфеты, большую кругу хрень. Я ничего не хочу, я пошел в лес без фонарика. Тихо, стой, стой. Стой, лох. А как мы... А... Лёх... Чё? Иди сюда. Зачем? Машину надо починить. А? Машину надо починить. Зачем? Идём. Починишь. Ты заебал, делай сам всё, я не знаю, как играть в эту игру. Я буду сейчас, просто сейчас бегать. Что ты будешь брать? Таблетки? Я бегать буду около дерева. Иди, иди ко мне, возьми таблетки. А как я возьму радио. Как радио взять? А, во, Е. Все, взял. А как брать? На Е. А куда идти? К машине. А зачем туда идти? Чтоб ты спросил. Не берется. Так. На Е. И. У. Нет, я на Ю нажимаю, блин. Нет, ну именно на него наклонись и нажми Е. А ты уже взял. Какие-то флайеры взял. Можешь кинуть вроде одного. Ты где? Я перед тобой. Вот этот фонарик светящийся. Да, я могу его вырубить, видишь меня? Лёха, пробел несколько раз нажимай, чтобы бежать. Давай без фонарика пошли. Давай. Ой, я видел свет. Свет? Блин, чё ты мне... Подожди. Оу, фак. А куда идти-то? Оу. Что за свет? Да блядь. Сука. Ты где? О, Лёха, я здесь. Лёха. Я Лёха. Вообще ничего не вижу, я вижу какое-то дерево непонятное. Лёха! Ау, Лёха, это кажись ты. Ярасик, ты от меня убежал. Ты где? Я в лесу. Чё ты там делаешь? Во, это ты крутишься. Стой, я сзади. Я сзади. Я пошел дальше без света. Стой, 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 карту надо посмотреть. Вон я там свет какой-то вижу, я иду. Лёха, туда. Тебя поймает. Хрень какая-нибудь сожрет, я тебе отвечаю. Ну и ладно, чё. Я что-то вижу вон. Не заходи в круг. Почему? Не надо, не трать его, не заходи. Обходи. А что это будет? Обходи его, обходи, он нам потом поможет. А? Он нам потом поможет. А сейчас? Сейчас. Я ты уже играл в эту игру, так играть неинтересно. Я играл, но я ее не проходил. Я какую-то записку подобрал. Его. Он все ближе. Если считаешь... Короче, нажми наш и прочитай. Я уже слышу его, он все ближе. Если вы читаете эти строки, хотите дожить до рассвета, то вам нужно исполнить ритуал до первого крика, иначе будет слишком поздно, нет времени объяснять. Что нам надо сделать? Совершить. А куда ты пропал? Я не знаю. В какую сторону от этого кружка ты пошел? Ну, прямо шел и все. Бля, Лёха, ты фонарик тебя врубил? Нет. Руби фонарик. Зачем? Чтоб я тебя нашел. Там что-то светится, подожди. Вот, это ты. Куда ты идешь? Прямо тупо иду. А что здесь делать? Это игра, тут непонятно, что делать даже. Тут надо ритуал совершить, чтобы выжить. А как совершить его? Надо найти три вещи. Святую воду, крест и что-то еще, я не помню. Да ну в пизду, это неинтересно. Это ты.
так говоришь. Пойдите искать эти вещи. Я что, в болоте, что ли? Да, в болоте. А прикинь, в реальности вот так идти. Ладно, в игре, да? Ну. Я бы уже обосрался. Я тебе говорю. Че, ворона какая-то орёт постоянно. Почему она орёт? Не знаю. То, что, наверное, в очках. Тут что, бесконечно можно идти туда же? Конца нету карты этой? Тут есть конец карты. А ты где? Че, думаешь, я испугался, что ли, твоей тени? О, что-то радио начинает волноваться. А? Что-то проблемы сейчас будут. У кого? У нас. Почему? Радио шумит. Лёха, Лёха, подальше надо отходить. Лёха. Чё? Сейчас будет проблема у нас. Так я вон куда-то в кусты упал. Ты не упал, ты идёшь не. Я, Лёха... А там море, да? Вон я на море пойду. Смотри, Лёха, много раз пробел нажимай, чтобы бежать. Не бежит он. А нет, вот побежал. Тут дом какой-то. Давай сюда зайдем. А что в этом доме делать надо? В него вроде зайти нельзя, но тут есть записка. Что это? Иди подбери, короче. Я не знаю, что такое. Я хочу на море вон туда покупаться. Там нету моря, Лёха. А что там такое вон? Это Россия, Лёха. А? Это Россия. А что, когда мы уже умрем-то? Что, умереть хочешь? Смотри, круг, и да, там ритуал сделаем. Сатанист, Лёва. А? Сатанист. Почему? О, смотри, круг. Айда там ритуал сделаю. Так надо же ритуал делать, ты же сам сказал, чтобы выжить. Нам нужно три вещи найти, чтобы ритуал совершить. Вот я нашел какую-то непонятный круг. Это что, не вещь? Нет, ты его можешь взять. Блять, в пизду этот круг. А где искать-то эти вещи? Тут даже не карты нету. Я-то не знаю, ты-то знаешь. Что-то меня шипит этот. Чё? В игре. Постоянно. Это надо было ночью играть, чё сейчас? Лёха, ты если что, не ебанись. А? Там можно ебануться, его не вылезешь потом, сейчас сдохнешь. Да? Круто, наконец-то я быстрее умру. Смотри! Я видел! Ты видел это? Чё? Перед нами пронеслась какая-то хуета, ты не увидел. Нет, я ничего не видел. Я море нашел наконец-то. Лёха, что такое? Ты что, ничего не видишь? Нет, что странно, я вообще ничего не вижу. Я нашел скалу, я сейчас спрыгну и сдохну. Нет, Лёха, не надо. А чё? Пошли, ритуал совершим. А где ты? Побежали. И долго ходить здесь еще? Побежали за мной. Лёха? Я тебя потерял. А ой, я тебя вижу. Что это крутится? Он не бежит даже. На пробел несколько раз надо нажимать. Так я нажимаю, 100 раз уже нажал. Иди вперед и нажимай, вперед, пробел. Нажимай его постоянно. Постоянно нажимай. Это игра, чтобы нажимать постоянно пробел? Да. Пиздец. Пошли. О,
Лучше бы в ту страшилку опять еще раз поиграли, там то страшнее. Ай, бля, Лёха. А? Еще все увидишь. В смысле? Еще все увидишь. Да ну в пизду, не пугай меня. Ты, тебе ж не страшно. Мне страшно, ты че? Сам сказал, мне не страшно, что здесь игра, чтобы нажимать пробел. Вот. Ты слышишь, что постоянно что-то хрустит? А? Постоянно слышишь, что что-то хрустит? Куда чё? Ты пропал? Че хрустит? Куда ты пропал, Лёха? Я не знаю, где ты. Ты убежал на меня, куда ты убежал? Куда ты убежал? Включи фонарик, Лёха. Я не вижу фонарика, тут темно, блядь. На правую кнопку мыши включи фонарик свой. Я не хочу включать фонарик. Да включи фонарик, иначе сдохнешь. А? Ты должен включить фонарик, иначе ты умрешь. Зачем? Нажми на F. Зачем? Тихо. А вот ты. Тебя увидел. Нажал на F, ничего нету. Я тебя вижу. Писька ты. Пошли за мной. Не отходи от родителей далеко. Стой рядом со мной. Чё, долго мы еще будем стоять? А? Ты уже хочешь обосраться до смерти? Да. Я тоже. Да чё за хуйня? Смотри, мы крест нашли. Это церковь. Надо что-то тебе сказать. Смотри, тут кто-то сдох. Чё надо делать с крестом? Надо здесь что-то спиздить. Внутри около креста покраснело все. Да ты бросил. Кого? Говнофлайер. Зачем? Не знаю. Спроси как его себя. Бросать? Ты его бросил уже, не знаю, на переднюю кнопку мыши, что ли. Ты где? Я около церкви бегаю. Я около какого-то здания ничего не вижу. Это церковь! Зачем около нее бегать надо? Иди сюда, я сзади. Пошли. В круг что ли встать надо? Дети, встаньте в круг, встаньте в круг, блядь! Небо вокруг нас. Блять, мне уже страшно такие звуки, слушай. Блять, тебе все еще было не страшно, а теперь страшно? Да. Так столько времени ничего не происходит, конечно страшно станет. Тишина тупо, блять. Еще бабку не встречал. Какую бабку, блять? Ну увидишь ее потом. Че, ёбнулся я? Все, я сейчас выйду из игры. Пугай меня, блять. Поэтому тебе советую включить фонарик. А? Я поэтому тебе советую включить фонарик. Зачем? Чтобы увидеть бабку. А, ну вот я не буду включать, чтобы не увидеть, потому что я боюсь, блядь. Куда ты идешь? Я сам боюсь испугаться. Знаешь, как я давно не играл? Она пострашнее любого Сандермена. А где ты? Вот я. А куда мы идем? Не знаю, в лес. А зачем мы туда идем? Надо найти святую воду. А где найти святую воду? Когда найдет, тогда скажу. А для чего святая вода? Потом объясню. Блять, потом уже поздно будет. Блять, что это было сейчас? Что сейчас было, блять? Я что, умер? Ебать, ты заорал. Так меня кто-то испугал. Сука. Что это было сейчас? Ты живой? Нет. Блять, там черт был. Чё, ой, блядь, я прям сейчас со своего лица играю, где я-то? Ты сдох. Блядь, что делать? Вот сейчас дождешься, пока я сдохну, и потом нажмем рестарт. Да. Или можно прямо сейчас нажать рестарт? Давай прямо сейчас, я не хочу ждать. Нажимай.
И чё, и всё это весь смысл игры, ну я пиздец испугался, но я ничего не видел, слышь. Я из-за звука испугался. А кто там заорал-то? Скелет, кажись. Блин, сейчас создал? Блять, может нахуй не будем играть? Давай. А ты снимал это? Снимаешь? Нет. Снимай. Зачем? В YouTube выложишь, обосрёшься. Ты ёбнулся, у меня сердце, блядь, я же этот... Мне нельзя в такие игры играть, ты чё? Я тебя предупреждал, что он сажет. Давай последний раз пизду, блядь. Так, я беру радио, ты бери, что будешь брать. Блин, я уже боюсь теперь, я не хочу играть в неё. Конфетки будешь брать или шоколадку? Что ты будешь брать, Лёха? А чё там было? Я даже не помню, что произошло. Да он скелет на тебя напрыгнул. Я его даже вроде увидел, убежал от него. Я без фонарика же играл. Я даже... Слышь, нет, я от компьютера отпрыгнул. Представляешь? Я слышу, что Лёха, когда звук далеко от тебя. Побежали. А чё ты не убежал? А? А чё ты не убежал? Куда? Ну, от него, от монстра. Куда я знаю, я не видел этого, я просто звук испугался. Сука. Я думаю, тебе пиздец. Короче, последний раз играем. Эй, я сейчас напугаюсь, у меня сердце может и пятки уйти, ты чё? Может закончим, ну в пизду. Пошли, не сыкуй. А? Не сыкуй. Нихуя себе! Я уж с фонариком буду ходить. Ты куда пошел? Пошли. А кто там заорал-то? Серьезно? Да я ж... Бля! Чё? Я черта видел только что. Да? Да, он, короче, такой пронесся. Сука, ебанат, ёбан. Сейчас опять скелет будет? Не, скелета здесь не должно быть, он только на болоте ходит. А здесь кто? Ну, а здесь можно гориллу встретить. Какую еще нахуй гориллу? Ну... А бабка где? От нее потом она будет бежать. Зачем? Чтоб она себе не сожрала. А, что, съест меня? Ну да, она тебе там побежит на тебя так... У нее еще глаза красные. Блять, не пугай меня, ты че, ёбнулся что ли? Мне уже страшно. Подожди, а где дом? Я помню, дом где-то был, я запутался. Ты специально меня ведешь, чтоб страшно было, сука. А вот дом. Все, Лёха. Я сейчас беру записку и читай. Зачем? Читай наш. Записка подобна. А как читать-то? Наш. Мне сильно тебя не хватает, брат. С тех пор, как ты разругался с отцом и уехал в город. Отец, чё? Извини, я помню, что ты обещал вернуться, я буду... Ждать это единственное, что меня поддерживает последние дни. И чё? Подожди, блядь, чё? А? Игра чё? Чё? Пукает постоянно, пукает игра. Пукает, там звуки такие пукальщики, издают такие... А чё ты около дома стоишь? Тебе что, не нравится? А? Всё. Меня так типа... Блядь, сука! Чё? Да, блядь, заебало, чё? Кто? Шумит постоянно, такой... Там пердит старуха. Ты чё на месте бежишь? Я бегу на месте. Ты брейкданс танцуешь? Dance, dance, брейкданс. А зачем ты на месте бежишь? Фак. Бесит меня это. А? Пошли дальше. А зачем ты на месте бежал? Видишь это? Видишь? Чё? Это оставило это существо. Какое? То, которое гоняло за нами. А если подобрать его? То она тебя убьет. Я подобрал. Нихера ты не подобрал. А как подобрать? Да никак, я пошутил. Дурак, блядь. Слышишь? Нет. Кто-то прыгает по ветвям. Ты это слышишь? Это горилла? Да, это горилла. А где она? Где-то сверху. Почему она на нас не прыгает? Ну, когда захочет, тогда и спрыгнет. Блять, лучше бы не прыгала. Я тоже так думал. Я просто помню, когда она за мной побежала.
Я, блядь, как заорал, что похуже тебя будет. А ты где? Так я, значит, вообще сдохну сразу. Ты чё? Я же сердечник. Я тоже сердечник. Иди давай, блядь. Ты специально меня ведёшь, наверное, в страшное место. Да не, я веду вроде на станцию какую-то. Там безопасно. Точно? Ну да, вроде. Вроде? Ну да. Вон она, быстрее, побежали. Куда? Беги, беги. Зачем? Беги. Я тебя потерял. Быстрей. Лёха. Я тебя потерял. С тобой гонится монстр, беги. Где? Нету никого. Чё там реально бежит кто-то с тобой. Да? Да. Откуда ты знаешь? Я видел просто. А я назад не буду смотреть, я боюсь. А где ты, я тебя потерял? Я записку нашел. Стой, ты назад пошел? Какого хера ты я пошел? Я не назад? Знаю, где идти. Эй, ты куда пошел, блядь? А ты где? Тут мост какой-то был и круг. О, круг. Иди к кругу. Ой, я тебя вижу. Нажми на H. Читай записку. Следующую. На N. Мне сильно тебя не хватает. Опять это нет, же. На N нажми. R46 является мощным допингом для умственных способностей. Ускоренные флексы и какая-то хуйня непонятно зачеркнутая. Отклика нервной системы в пиковые моменты 14 миллисекунд. И что это означает? А что за зачеркнутое? Эффектом является ментальная нестабильность и галлюцинации. Также ощущение сухости по рту. При сильной дозировке у испытуемых наблюдается повышение агрессии и жестокости. Ты где? При длительном воздействии называют разрушая связь со спинным мозгом. Быстро испаряется, если испарение оказывается в эффект. Первые болевые тесты замечены на пиздец. Чё ты ходишь на месте? Тебе что-то не нравится? Давай веди дорогу. А чем ты бежишь? Ну иду пешком. Тебе страшно что ли? Конечно страшно. Там как-то хуету людям кололи, они, наверное, сейчас на нас созлобились, прыгают по ветвикам и кричат: «А, Лёха! Где ты, Лёха? Почему снимаешь сплей, Лёха? Почему Сега? Почему?» У меня еще звук на всю громкость, короче, из-за этого, блядь. А у меня там еще что-то шипит постоянно. Так. На, листья шипят. Так, подожди. Пердит это играет, пердит. Прибал. Чё ты встал? Вон там смотри, фонарик какой-то горит. Круг очередной. Алло. Ты где? Подожди. Эй, ты куда пошел? А вот. И чё ты куда ушел? А? Ты ж на меня светишь. А зачем ты побежал-то? Да просто бегу. Ты специально хочешь меня одного оставить? Не, чё, Лёх, конечно нет. Да мы идем-то. Чё? Короче, это игра на ёб, блядь. Мне очень страшно, что ли? Ну, чё, мы долго еще идти будем? Мне не нравится, когда долго что-то происходит. Пошли. Хочешь, давай ты бежать вперед, будешь я с тобой. Не, я боюсь, ты что, ёбнулся что ли? Мне сразу какая-нибудь хуйня попадется. Ну ладно, беги за мной. Я не буду бежать. Тебя все равно бабка поймает, если ты даже бежать не будешь. Да? Да. А когда она появится уже? Я не знаю, она так резко появляется перед тобой. А?
Она как-то появляется, я не помню. Резко? Нет, не резко. Ты чё, ёбнулся? Это, блядь, сердечники в этом игру, нельзя им играть. Шли сердечки. Алло. Ну я занят, мам. Опять тебе звонят, блядь. Да. Я сейчас просто в ванну. Бреюсь. Нет, не в ванну. Просто около умывальника. Мой. Мое лицо. Да просто умываю лицо. Блядь, скажи, занят, и сбрось трубку, чё ты тупишь-то, блядь? Ладно, мам. Ну я сейчас занят. Ну да, немного болит голова. Ну ладно, потом поговорю. Скажи, я сейчас занят своей рукой. Ну хорошо, хорошо. Всё. Хорошо, давай, потом поговорим. Она сразу все поймет, что ты отстанет от тебя. Ну что такое, ну? Ну, мам, ну все нормально. Все нормально. Нет, не красное лицо. Нет, не тепло, дед. Нормально. Да блять, ты скажи, что ты доебалась до меня и все. Ты пиздец с ней как этот разговариваешь. М? Хорошо. Короче, я в круг встану, в пизду вас, блядь. Да, хорошо, давай. Ну хорошо, ладно, давай потом. Ты где? Слышь, я тебя потерял. Алло, кажись, бабка за тобой. Шо нахуй, не пугай меня. Реально, бабка за тобой идет сзади. Да и ладно, че, я какую-то записку нашел. Возьми на Е. На Е нажми. Я уже слышу его, он все ближе. Если вы читаете эти строки, хотите дожить до рассвета, то вам нужно исполнить ритуал. Иначе будет слишком поздно. Прежде всего, найдите книгу заклятий. С помощью этой книги она призвала его, и с помощью этой же книги можно изгнать его. Потребуется ее кровь. Тело ведьмы истлело, но она... Короче, какая-то хуйня непонятная. Ну, на ноже, которым ее убили. А должно было остаться кровь. Для ритуала нужен предмет. Слушай, а тут когда-нибудь день бывает? Блять, ты меня напугал, иди нахуй, блядь. И чё, ты долго еще будешь стоять здесь? А? Так, короче, нужно... нужна ее кровь, нужен ее крестик, нужна Библия и нужна святая вода. И где это все найти? Воду и Библию вроде надо найти на болоте. Ты ёбнулся, что ли? Я больше не пойду на болото. Лёха, ты хочешь выжить? Нет. Тогда иди на сад. Нет! А если хочешь выжить, то иди со мной. Давай, пиздуй уже. Мы все равно не успеем. Блять! С какого хуя, блять? Что ты увидел? Короче, я выхожу, идите нахуй. Shit, stick.